На отчетно-выборной конференции особо отметили, что 16-й год деятельности партии «Единая Россия» ознаменовался масштабным строительством дорог и реконструкцией внутридворовых территорий по партийным проектам. В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» от региональный координатор Цибиков Батыр Булатович на республике Бурятия было выделено свыше 216 миллионов рублей на благоустройство придомовых территорий и знаковых мест массового отдыха. В проекте принимали участие 14 муниципальных образований республики. Данный проект у нас будет реализовываться до 2022 года. Всех приложивших немало усилий в реализации партийных проектов наградили благодарственными письмами. К участию в этом проекте широко подключена общественность. И есть общественные советы, которые лично принимают участие в контроле за ходом ремонтных работ, за завершительного этапа, когда, значит, принимаются уже эти объекты. И, конечно, вот то, что мы видим сегодня и в городе Улан-Удэ, и в городе Гусинеозерске, я лично бывал в Кяхте, где открывались такие объекты, они действительно проработаны вместе с населением. Достаточно серьезная работа прошла, и результат будет налицо, который хорошо оценивает горожане в целом. Вот мы уже когда, в общем-то, проводили объезды, мы встречались с жителями, впечатление очень положительное. Также на партийной конференции произошли выборы членов политического совета. Среди них тайным голосованием в состав регионального политсовета избран глава республики Алексей Цыденов. Саднов Ирдынеев, Сергей Костенко, новости дня.